Скажите, вы не думали уехать отсюда или вам некуда? Сегодня уже думала, только не за что. А. Сколько у вас пенсия? Ну, обычная, 5. The locals tell us that, in their words, of course, it was Ukrainian shelling. Что в сарае сюда. Ага. Ну и загорелось. А то по окраине, там за забором, по огороду, там тоже через дорогу очень много. За бочкой, мам, покажи, где лежало. Ну да. Вот а можете сказать, а сколько это было и откуда стреляли? Ну, стреляли с той стороны. И чьи там а с той стороны что находится, с той стороны? Украина. Любимая Украина. Украинские войска. Скажите, как сильно в последнее время вообще здесь стреляют? Стреляли, ну чтобы так сильно? Как-то так было спокойнее, но вчера было жесть. Вчера было вообще, я думала, что я не выживу. Я никогда в подвал не пряталась после 2014 года. Вчера я сидела час реально в подвале, не прекращаясь. Сейчас я заткнула уши, но мне все было слышно, даже... Я говорю, что счастье, что уже вроде как закончится. Я вышла, как лежу, горит. Я тут начала тушить, потом соседский загорелся. Скажите, а что это за место? Это у вас, ну, как бы, это дом, сарай, кухня? Нет, это была летняя кухня, но хозпостройки. Здесь птица живет. Птица живет. Ну, по хозяйству, короче. Да, хозяйство. Там курочки маленькие, там меньше. Там несушки, утки, там все. Курочки целые? Одна только пострадала. И как вы думаете, зачем украинские войска обстреливают этот поселок? Я им, наверное, не понравилась. Знаю, ребята, наверное, нас отсюда выживают до конца уже, я не знаю, что им от нас нужно, что им мы сделали, не знаю. Саша. Бывает, еще не разорвался, понимаешь? А. Что-то их убрать, что-то не получится. Меня в 2014-м два дома разбило. Мой и детей. Потом сюда мне дали люди пожить этот дом. Просто дали пожить. Теперь сюда добрались. А те два дома находились здесь же, в поселке? Вот мы, да, вот по этой улице, только она вот поворачивает. Где вы сюда повернули, это прямо, там два дома, да. Скажите, пожалуйста, из чего велся огонь, может, знаете? Ну, ребята сказали, с БМП. Часто вообще такое прилетает? В последнее время нет. Не было. Ну, было как-то месяц назад, но как-то несколько штук упало и все. Но это 30 штук в одно место, это что-то... Получается, большинство из них прямо по вам по двору? Да, ну не именно по двору. Вот они начали от путей. И вот так по прямой все эти легли. Слава Богу, хоть дом не зацепило. А то что было? И большинство... А что было? Я не знаю, что было. Нет, что здесь у нас походили. Это хозпостройки были. Скажите, вчера была годовщина трагедии в Одессе. Возможно, как думаете, связан обстрел с этим? Я даже не знала, что это была годовщина. Я с этими огородами и забыла. Это говорят, что праздновали, поэтому, наверное, оно и так. Скажите, пожалуйста, ОБСЕ приезжает к вам в поселок? Нет. С 2014 года не видела. Полностью своими словами, то есть... С 2014 года ОБСЕ я ни разу на поселке не видела. Ни разу. Даже в 2014 я не помню их. Российское телевидение приезжало один раз и все. Это было в декабре месяце 2014 года. И все. Я больше никого здесь не видела. А скажите, вы не думали уехать отсюда или вам некуда? Сегодня уже думала, только не за что. А. Сколько у вас пенсия? Ну, обычная, 5500, по-моему. 5500.
предлагают дома и по 100 тысяч, и больше, но